Всем привет, с вами Колян, а мы продолжаем играть в Android игрушки, у нас сегодня хитбокс. Ну что же, пройдено 0 из 40 уровней, знаете какой был фейл? Я думал, что я записывал видео, но у меня даже не был включен фрапс, и я просто так болтал минут 10. Здорово, да? Здесь в чем смысл? Мы должны вот этот квадратик загнать в коробочку. Так, у нас не получилось, давайте попробуем еще раз. Я думаю, что сегодня мы пройдем 15 уровней. Давай, давай. Скатывайся. Отлично. А если не можешь пройти уровень, посмотри подсказку. Ну, как-то не очень хочется. Ну, как кто первее? А все равно получилось. Отлично. Такс, такс. И крышечка надета. Просто здорово. Так, что это делает палка? Ясно. Ну, в принципе, здесь легкий уровень. Почему бы его не пройти, да? Здесь уровень потяжелее, но я думаю, это будет выглядеть вот так вот. Да, пока что все легко. Здесь все просто. Ребятки, подписываемся на канал, жмем лайк. Скоро будет продолжение. Так, у нас пока что все отлично получается. Да. Все у нас пока что с первого раза, потому что я только что это сейчас проходил. Отлично. Здесь у нас подсказочка. Сама вылазила зачем-то. Здесь мы должны скатить эту хрень квадратную и гири сбросить туда. Какого хуя ты сейчас не подлетел? Вот что ему мешало? Ничего. А если сейчас он упадет, полежит, аккуратненько ляжет, а гиря сбросит, вот тогда он подлетит. Что было не так? Он охренел? Вы видели, куда он залетел? Че, я слишком долго ждал, что ли? Давай, подлетай нормально. Вот что здесь может быть не так? Да ладно, я... Блять, сопли. Ну давай, вот сейчас должен хорошо упасть. Что ему сейчас помешало? Уровень должен проходиться вот так. Ну... А сейчас он залетел. Как это работает? Ладно, давайте смотрим следующий уровень, 12. Мы очень как-то быстро прошли эти 12 уровней. Так, делаем вот так. 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 Я должен был попасть. Отлично. Уровень 14. Тыкс, тыкс. Тыкс. Быстро, хорошо. Мы должны сейчас... я выкидываю эту хрень, подлетаю, падаю. Никуда. Что будет, если я сделаю вот так? Ни хрена. Ладно, делаем вот так. Нас должно куда-то закинуть вон туда. А потом нас же еще должно раз перекинуть туда. Отлично. Все получается хорошо, ребят, также с видео с одним колесом, наверное, сегодня тоже выйдет. Ой, дурак, дурак, дурак. А, нормально, успел. Так, ребят, на моем канале конкурс проходит, так что не забываем подписываться на канал и ставить лайки, и оставлять свои классные комментарии под видео, я их обязательно прочту. Лучшие комментарии, конечно, попадут в следующие видео. Будет топ-коммент, там топ-шикарный, там супер-шикарный коммент, что-нибудь такое. Так. Ну, это слишком простой уровень, в котором ничего не надо делать. Опа. Так, здесь, я думаю, как-нибудь вот так. Да, это так и будет. Довольно прикольно продумано. Мы должны, наверное, что-то... А, подождите. Вот эта хрень падает сюда. Оп. Здесь палка падает сюда, под склоном. И это все катится к хуям. Отлично. Что это такое? Чпеньк, чпеньк. Попал. Вау! Чпеньк. Прикольно. Чпеньк. Чпеньк.
Отлично, ребятки. Я на этом заканчиваю. Обязательно поставь лайк, подпишись на канал. На канале конкурс, так что обязательно оставляй свой любой комментарий, и он попадет в следующий выпуск. Всем пока.